На полном техобслуживании, можно сказать, коллекционный складной велосипед производства ММВЗ. У нас маленький складной аист. Заднее новое колесо, современное, с китайской втулкой, в китайском ободе. Все остальное, можно сказать, в оригинале. Правда, педали, штуны не от этого велосипеда, сидушка не от этого велосипеда. Но в целом он близко похож к тому, как должен был быть изначально. Из интересного, здесь вот такой вот замок. То есть опускаем вот эту штуку, и у нас выдвигаются вот такие вот, как сказать, направляки для замка и запираются. И вот здесь вот есть в комплекте ключик, который можно вытащить и открыть. Интересная конструкция замка противоугонного. И цвет интересный такой, персиково-шоколадный. Велосипед в идеальном состоянии, на ходу. Кто-то будет ездить, получать удовольствие от поездки.